Чем порадуют выходные, куда можно сходить за новыми впечатлениями, расскажет наша ведущая рубрики «Афиша» Ирина Бокова. Ирина, привет! Ты уже изучила план мероприятий на ближайшие 2 дня? Привет, Татьяна! Обязательно расскажу и познакомлю наших телезрителей с программой выходных дней. И начнем с культурных мероприятий. Витамин смеха – залог успеха. Вечер сатиры и юмора состоится в районном историко-культурном центре 20 мая в 14 часов. В это же время только в южном флигеле усадьбы Горки откроется выставка, посвященная плану Гойл-Ро. Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Эти слова вождя пролетариата станут визитной карточкой экспозиции. Также 20 мая в 15 часов в детской школе искусств города Видное вокальный коллектив «Эврика» отметит свой 5-й день рождения. Приглашаются все желающие. А вот 21 мая в воскресенье в Центральной библиотеке для социально незащищенных категорий граждан будет организована тематическая музыкальная программа «Печки-лавочки». Начало в 16:00. Ну и спортивная афиша. На стадионе «Металлург» 20 и 21 мая пройдет турнир Ленинского района по футболу «Кожаный мяч» среди дворовых команд. Игры начнутся с 10 часов утра. Во Дворце спорта в субботу состоится открытое первенство Ленинского района по спортивно-бальным танцам. Начнутся соревнования в 10:00. Те, кто любит подобное зрелище, советую побывать на данном мероприятии. И еще 21 мая состоится календарная игра чемпионата России по мотоболу 2017 года. На городском стадионе встретятся команды «Металлург», «Видное» и «Спутник» Ставропольский край. Начало матча в 17:00. Обязательно приходите болеть за наших. Ну и напоследок о репертуаре кинотеатра «Искра». С 18 по 31 мая на его экранах будет демонстрироваться приключенческий анимационный семейный фильм «Трио в перьях». Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них, но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку, по дороге заводит дружбу с совой и попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере. Приходите в кинотеатр всей семьей. Конечно, это не все мероприятия, но я постаралась рассказать о самых интересных. Татьяна. Спасибо, Ирина. Думаю, со стадиона можно в эти дни не уходить. Тем более, что и погоду в выходные обещают солнечную.